Но утешайте вас, что вы вышли из города, я бы даже сказала, если вы этот вечер, конечно же, запомнили. Еще одно официальное видение состоялось, но о нем уже много говорят. Его уже назвали лучшим автомобилем мира. Представляете, какая интрига вот сегодня будет сохраняться до того момента, как мы вам его презентуем. Все эпитеты, которые я уже говорила о том, что уникальный.